Ну, здесь вопрос, два вопроса. Первый вопрос, почему, так сказать, называется «Ночь сурового день сварога», а не как бы по-другому. Но дело в том, что явление «Ночи сварога, дня сварога» я писал в книге «Россия Крыла», почитайте там подробно. А название, ну, просто назвали сварога, потому что он был одним из высших богов, то есть иерархов, и назвали, потому что он взаимодействует на уровне галактики, контролируя вещи, поэтому назвали днем и ночью сварога. Это могло быть любое другое имя, но в данном случае не принципиально. Важна суть, то, что это такое. А насчет, где находился звездный храм, во-первых, звездный храм – это еще определенный год. И тоже звездный храм – это находился недалеко от озера Байкал раньше. Если кому-то интересно. То, что называли звездный храм. Ну, спрашивают, что, типа, свободно скачется, никто... Понимаете, когда кто-то может услышать и скачать, допустим, и потом переписать, так сделать, но тут это уже его, так сказать, самодеятельность, и тут я контролировать не могу. И не потому, что я хочу контролировать, потому что, понимаете, для того, чтобы правильно расположить даже что-то, я вам приведу один такой пример. Один из моих знакомых в Америке, да, вот, когда мы с ним встречались, он постоянно мне задал вопросы. И я ему... раскладывал ответы полностью. Он был полностью удовлетворен, как я ему разъясняю ситуацию. И в определенный момент я спрашиваю, а зачем это делать? Он говорит, знаешь, вот странная вещь получилась. Ты мне объяснишь, мне все предельно понятно. Ну, я иду на работу на следующий день своим коллегам-инженерам, пытаюсь им, так сказать, блеснуть своим интеллектом, и я ничего не могу выложить, как ты сложил. Мне было все понятно, а то же самое передать ему. Почему? Очень просто. Дело в том, что когда конкретный вопрос задается, я даю ответ конкретный, выстраиваю уже ответ, исходя из вопроса, и выдаю информацию на гора только то, что касается конкретно данного вопроса, стройно, цельно. Но это верхушка айсберга. Для того, чтобы сложить так, нужно иметь все, что под водой, которое не говорится в данный момент, но оно присутствует. Без наличия той информации, понимания, что под водой, условно, скажем так, человек правильно сложить информацию не сможет. А если информация не сложена правильно, то она будет работать, скорее всего, в обратную сторону, не в пользу, а в отражении. Плюс, очень часто люди говорят, вот, я прекрасно понял все и так далее, и хочу свое понимание донести другим. И начинают донести свое понимание. Самое странное, что очень часто это понимание резко отличается от того, что там в самом деле написано. Почему? Да потому что человек, когда читает материал, он выхватывает из текста то, что резонирует максимально с ним, соответствует его уровню образования, развития и так далее, и так далее. И когда он пытается передать это, он передает уже в искаженном виде. Поэтому сказать, вот я правильно понял, все другие дураки, а вот я правильно понял, и вы должны слушать, как я понимаю. Неправильно. Каждый человек должен опираться на... хочет понять, вот прочитай книгу, где написано. Зачем кому-то пересказывать, если есть книга? Вот человек сам в состоянии прочитать. Есть вопросы, можно поднимать вопрос, чтобы можно прояснение до деталей. А чаще всего, очень часто приходилось получать письма на мой сайт, так сказать, вот, у вас там противоречия есть, или неправильно что-то и так далее. Пишу человеку, объясняешь, извините, я не дочитал. Так сначала дочитай, а потом говоришь, что неправильно и так далее. Или, о, я это не видел. А это естественно, потому что, когда человек читает, он мозг пьет только часть информации. И не потому, что человек плохой или хороший, независимо от этого. Это естественно функция мозга, как работает мозг. И часто, чтобы действительно прочитать и понять, человек должен прочитать несколько раз. Не потому, что я хочу, чтобы человек читал мою книгу несколько раз, а потому, что упускается очень много информации. Поэтому очень часто вопросы, возникшие, могут быть исчезнуть, большинство из них, когда человек прочитает второй или третий раз. И такое мне приходилось слышать неоднократно от многих людей. Поэтому вот такие вещи просто... Зачем переписывать, допустим, общий разговор, который не выстраивается цельности и так далее. Книга построена, допустим, по определенному программе. То есть вот задача стоит, нужно сделать вот это, чтобы человек читающий, у него возникла целостность понимания. В момент разбора вопросов или ответа на вопросы, нет, это хаотически. То есть люди спрашивают разные вопросы разных тем. Это хаос. И зачем этот хаос переносить, если он может прочитать без всякого хаоса в самой книге, где все изложено четко и ясно и довольно-таки детально. Поэтому желающие могут делать, но пользы такого очень мало будет. Только пустая трата времени.
Вот что по этому поводу думаю. Что еще тут интересно? Ну, есть тоже вопрос напоследок, так сказать, про чистку отпечатков, о которых мы сегодня говорили. Ну, от мужчин, у мужчин тоже отпечатки снять или как? Хуже не будет, да? Хорошо. Ну, давайте, так сказать, настройтесь, каждый на что он желает, кто хочет, естественно, никто не хочет, никого ничего снимать насильно, никто ничего не будет. Кто очень любит свои отпечатки, они сохранятся. Так, поехали. Ну вот, и все. Да, кстати, очень часто спрашивают вопрос, а вот если мы просматриваем запись, действует ли на нас то же самое, что... Конечно, действует, только когда люди сидят в зале, чем они имеют преимущество? Потому что когда я работаю, идет работа весьма индивидуальная, хотя сразу со всеми, ну это долгий разговор, как что... Поэтому это подстраивается под каждого из судящихся в зале. Когда идет работа, просто человек не присутствует здесь, просто просматривает, на него тоже идет действие эффективно, в моих случаях, но может не столь эффективно, как бы если бы он был здесь. Вот и все. Так что хуже не будет, если люди будут просматривать, тоже будут освобождаться от блокировок, даже просто от просматривания. Ну вот, вроде бы все вопросы изложили, по времени вроде уложились. Да, все. Я вас всех благодарю за то, что вы нашли время, особенно тех, кто пришлось добираться издалека. Надеюсь.